Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится Infinix Note 30 Pro, и сейчас я покажу вам, как войти в режим Recovery. Итак, для начала нам нужно отключить наш телефон. И после его полного отключения мы зажимаем кнопочку питания и увеличение громкости. После появления логотипа можем отпустить кнопочку питания. У нас открывается такой экран, и для того, чтобы его обойти, нажимаем на кнопочку питания и на увеличение громкости. И попадаем в режим рекавери. И на этом всем. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.